Всех приветствую. Сегодня выехали на реку Ямур в районе Николаевска. Решили поставить мы сегодня хапушки. Ну и посмотреть, как у нас будет что происходить. Первый раз здесь ставим, не зная, что будет. Но вот только мы поставили одну, и сразу же у нас клюнул вообще. Сразу чубачок. Крупненький такой, хороший чубак. О-о-о-о-о. Опять тонет. Давай. Ух ты! Два судака, ребята! Смотрите, это вот бочек. Это да! Да крупный судак такой! Блин! Вот это да! Не знали. Вот только приехали посмотреть, попробовать. Раз, два судака. Вот это, да? Блин, ну уже радует, Андрюх, да? Уже не пустые. Уже. Хотели попробовать первый раз, еще раз повторюсь, здесь, в районе вот города. Вообще, раз, вот такие судаки. Блин, таких подергать. Надо, Андрюх, ратлин попробовать. Да, кстати. Я сейчас попробую на ратлин здесь. Ну, если вот так будет клювать, конечно, мы лучше на хапушках отсидим сейчас. Блин, вот это да! Аж интересно так стало, смотрите. Нет, ратлин надо пробовать. Судаки будут на ратлин, по-любому. Смотри, какие крупные судачки-то. Обалденные. О, это радует. Это радует. Да, хотели бы поехать в другое место. Но... Еще раз повторюсь, погодка сегодня, вот она у нас куксится. Блин, судаки прекрасные. Опять на хапушку клюнуло. Идем смотреть. О, опять судачок. Ну вот. И третий судачок. Вот он, красавчик. Ну давай. Внимай мотовилу. Ну, неплохие такие судачки. Подтянут. Машу на ратлин. Что-то ничего нет. Вот на этот, да, попадаются. Красавчик, красавчик. Хороший, хороший. Ага. Ну, вот третий судачок. Попробовали мы порыбачить в черте города. На хапушке. А так посидели пару часов. Вот. Снимаемся. Что-то вообще перестало все работать. Ну все равно от корька мы ушли. Поймали мы трех судачков. Одного чубачка. Такие неплохие судачки. На этом будем закругляться. Подписывайтесь, друзья, на канал. Жду комментариев. И всем до новых встреч. И пока-пока.